Группа компаний «Главнефтеснаб» приступила в Армавире к реализации нового проекта. Здесь собираются реанимировать когда-то заброшенное производство и уже с помощью современных технологий заняться выпуском продукции для предприятий нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. На промышленном объекте побывала глава Армавира. Андрей Харченко, характеризуя общую ситуацию, дал ей положительную оценку. Ведь это и новые рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет. В свою очередь, руководство предприятия заручилось поддержкой городских властей. Структура группы компаний представляет собой объединение профильных предприятий, способных выполнить весь спектр работ для реализации проектов в данной сфере. Кроме этого, здесь намерены заниматься разработкой, изготовлением и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предприятие расположено в районе кирпичного поселка. Здесь уже 3 месяца идет подготовка производственных цехов к работе, ремонтируются станки, завозятся новые, благоустраивается территория.